В Пермском университете прошел 12-й Пермский конгресс ученых-юристов. Представители юридического сообщества со всей страны обсудили вопросы формирования суверенного правового пространства России. За 12 лет конгресс вырос в серьезное федеральное мероприятие, которое ежегодно принимает Пермский университет совместно с администрацией губернатора Пермского края. Каждый раз увеличивается количество участников, увеличивается количество спикеров, причем спикеров, которые формируют правовую политику российского государства. Это люди, которые пишут учебники, по которым занимаются наши студенты. Поэтому я ожидаю от этого конгресса, конечно, новых идей, обсуждения самых злободневных вопросов развития юриспруденции в России. Первый день ученые и юристы выступили с докладами, посвященными суверенному правовому пространству страны, регулированию цифровых технологий и интеллектуальной собственности, а также банкротства. Второй день продолжился круглыми столами на тему разрешения экономических споров. Мы обсуждаем разные темы и в условиях СВО, и в условиях ограничений, и возможности правового регулирования, отстаивания наших интересов. И, конечно, это все мимо нас, так сказать, никуда не уходит. Это, на мой взгляд, очень важно, полезно, и отдача всегда есть. Одним из центральных событий первого дня стала церемония вручения знаков новым почетным профессорам Пермского университета. Председателю Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову и выпускнику юридического факультета, председателю Совета директоров АО «Метафракс» Армену Гарсляну. Почти 30 лет назад я получил первый диплом о высшем образовании в родном университете. Мы юридическое образование, поэтому это самая главная часть моей жизни. Это то, ради чего вообще я в Пермь приехал. Уже 35 лет жизни в Перми. Ну и, конечно, приятно. Почему? Потому что я с момента поступления, окончания ни разу не прерывал связь с университетом. Выпускники Пермского университета, которые приехали на конгресс уже в качестве экспертов, отмечают роль университета в формировании профессионального сообщества. Действительно, так у меня получилось, что был достаточно большой перерыв какое-то время, где-то порядка 7 лет, когда не удавалось приезжать. И я, конечно, была очень удивлена, приятно, что университет, он все лучше и лучше становится, на мой взгляд, потому что он сегодня один из топовых вузов. И даже недавно я с удовольствием прочитала, что по оплате выпускников наш вуз занимает 3-4 место в стране. Это же работодатели просто так не будут предлагать, если не будут знать, что качественное образование получают здесь студенты.